16 земских врачей привлечены на сегодняшний день в сельскую местность карачева черкесии в рамках реализации федеральной программы «Земский доктор, земский фельдшер», что составляет 80% от общего плана на 2023 год. Врачи уже получили единовременные выплаты из федерального и республиканского бюджета. Напомним, всего в этом году планируется привлечь в сельскую местность карачева черкесии 20 земских врачей. По условиям программы, врачи, которые переедут в малые города, численности населения менее 50 тысяч или сельскую местность для работы получат 1-1,5 миллиона рублей соответственно. Кроме того, по инициативе главы республики, помимо федеральной выплаты, предусмотренной в рамках программы «Земский доктор», врачи получают дополнительную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей.